привет! Знакомые, друзья, единомышленники, мотоциклисты и все, кто зашел, просто меня посмотреть. Сегодня, ребята, у нас будет мототема. Сегодня я еду в такой себе небольшой дальнячок с севера Израиля на юг. То есть на юг, в город Эйлат. То есть мы едем в Эйлат, ночуем в Эйлате на пляже в палатке и возвращаемся завтра назад домой. Все это вместе, ну я думаю, что займет плюс-минус где-то 900 чем-то километров. Ну то есть туда-обратно, в одну сторону примерно 400-450, смотря как мы будем ехать. Я уже делал эту поездку. Я ее маму делал этой поездке. Буквально это было месяц назад. С товарищем по работе мы сели на мотоциклы вдвоем и поехали. Я это все снимал, писал, рассказывал, но вот такой вот я осел, или у меня такое счастье, я не знаю, у меня упал диск, то есть мой жесткий диск упал, и все, что там в нем было, теперь недоступно. Такая же фигня у меня уже была, но нашелся кудесник, он мне его спас. Сейчас этот кудесник развел руками, не может ничего сделать. А вытащить информацию с этого диска стоит 2000. И да, 2000 это, как говорится, по блату. А у меня их пока нет. Ну, то есть лишних 2000 на то, чтобы отдать диск в ремонт, у меня нет. Поэтому я сам пытаюсь его запустить, пытаюсь что-то сделать. Вот вы видите фотографии с этого путешествия. Было интересно. Поехали в Эйлат, посидели. Я потом понырял. Там на рифах красиво, классные рыбы. Красота ужасная, но все это я провтыкал. Так что смотрите это путешествие. Я надеюсь, вам будет интересно, я буду рассказывать. На данный момент я проехал 120 километров от дома до места встречи. Место встречи у нас на заправке, недалеко от города Бейт-Шемеш. Собирались встретиться в 2, сейчас уже 2:25, я приехал в 2:20, и никого здесь нет. Ну, то есть я, получается, приехал первый. А уговор был такой, что ровно в 2:30 выезжаем, никого не ждем. О, я вижу один, то есть второй человек после меня подъехал. Вот он сейчас заедет на заправку, вот посмотрите сейчас. Сейчас он заедет на заправку, вот, на Метеория, ребята. Так что все, сейчас все собираются, будем здороваться, знакомиться и будем выезжать в сторону Эйлата. Ну, короче, ребят, вот собрались все сзади меня. Ну, у нас всего лишь 3 мотоцикла. Людей вроде подписалось много, но в конце концов приехали только 3 мотоцикла. То есть на 2 мотоциклах мы, я и Валя, и еще 2 парня на мотоцикле. И, короче, еще один сингл. Наговорил. Имеется в виду, что на 2 мотоциклах есть по 2 ездока. И на одном мотоцикле один ездок. В общем, нас 5 человек всего лишь. Так что, ну все, выезжаем. We'll be right back.
на перекресток Шокет. Вот там впереди меня Хеврон, в ту сторону Бейершева. Так что мы где-то, ну я не скажу, что на полпути, но, наверное, треть пути уже сделали. Просто остановились на заправке, попить водички, отдохнуть. Кто-то хочет перекусить, как бы время уже у нас без 15:04. Сейчас отдохнем, попьем воды и дальше. Да, знаю, через двойную сплошную и под кирпич. Но если вы обратите внимание, на въезде на заправку стоит автобус. И он стал так, что он перегородил полностью весь въезд. Просто, даже на мотоцикле его не объедешь. Поэтому у нас не было выбора, и нам пришлось заезжать так. А тут мы договариваемся, что нам надо остановиться на смотровой площадке кратера, и я хочу запустить там дрон. Руи мне рассказывает, какие красивые горы он видел по дороге дальше. Еще одна небольшая остановка, ребята, залили бензин, чтобы нам хватило уже до Эйлата. В принципе, то есть теоретически, сколько он сожрал, нам хватило бы до Эйлата без дозаправки. Но мы уже решили так, чтобы пульт будет, чтобы уже точно быть уверенным. А сейчас едем в кратер и запускаем дрон. Обычно на этой лужайке, вот слева, просто стадами бродят горные бараны. Но в этот раз не повезло. Я очень надеялся, что они будут, и я их сниму, но их не было. Ехали сюда.
буквально вот после заправки заправились, подъехали сюда. Красота неописуемая. Но я немножко полетал, потому что ветер сумасшедший. Я даже не уверен, слышно ли меня. Ну, вот такое здесь вот. לכל החבר'ה, מישהו החליט לבוא לטיול, אחרים לא נפלו, ירדו מאיפשהו. Перевожу. Это все, кто в конце концов приехал на этот мототрип. То есть, я уже говорил, записалось людей очень много, а приехало только вот три мотоцикла. הנה, אנחנו שלושה, סליחה, בשלושה אופנועים, חמישה אנשים. יאללה, אבל בכיף. Ну и вот, ребята, вы видите, здесь, кстати, вы видели, здесь гуляют горные бараны, горные кошки, вон, да, горные кошки, видите, кошаки, ну просто отдыхают здесь кошаки и все. Левее посмотрите, вот он баран, отдыхает себе. И даже если вам его не видно, он там есть. Но если вы присмотритесь, вы поймете, что да, там лежит баран. И кстати, да, совсем не жарко, абсолютно. Я рассчитывал, что жара будет просто сумасшедшая, но не жарко, нормально. Хотел вам сказать, какие трудности во время жары. Изначально, когда мы выехали из дома, было немножко жарковато, выпили очень много воды, но сейчас к вечеру жара вообще спала. Вот сейчас ветерок дует, он довольно-таки приятный. Так что все, едем дальше в Эйлат. Нет, ну красиво же, скажите, нет? We'll be right back.
Нет, ребят, все-таки камера этого не передает. Но когда ты выезжаешь из этого полутуннеля между холмов и выезжаешь на вот это открытое пространство, то есть впереди тебя просто огромное ничего. Вдалеке горы. Это очень захватывает. Я ехал, и пока мы держали в эту часть кратера, у меня просто мурашки по всему телу были. И вот, наконец, мы въехали в Эйлат. Уже темно, и камера, ну, как и мы все, устала, поэтому все такое расплывчатое. Вообще, это не камера пишет расплывчато. Это такая режиссерская, операторская задумка. Понятно? Вот так и будет. Все, ребят, приехали в Эйлат, зашли в ресторан покушать. Ресторан «Залив». Было бы неплохо, если бы ресторан «Залив» мне закинул денежку за рекламу. Обалденно, я его знаю. Вот сели мы, сидим, ждем. Сейчас официантка должна подойти, и мы уже закажем. Нам это, Орес, ты плохо там научил? Ну, нехал Орес.
לחיים. לחיים חברים, לחיי הרכיבות. הרמנו לחיים חבר'ה על הסוף של הטיול, לצד אחד אבל. Ну, что такое лихаем, я думаю, никому объяснять не нужно. А дальше я говорю о том, что мы подняли бокалы в честь того, что мы доехали. За вас, ребят. Ну, вот, ребят, мы получили нашу еду уже. Мы взяли микс-гриль на двоих и большой греческий салат. Ну, так же, как вы видели, изначально тут куча закусок. Пиво так пить хотел еще сразу полстакана. Ну, вот так. То парни уже тоже начинают кушать. Ну все, ребят, вот мы поужинали, закончили. Теперь все, возвращаемся к нашим коням. И едем уже забивать место под палатку. Время уже 10:30. Ни хрена себе покушали. Но мы и приехали поздновато сюда, конечно. Но ничего. Все, едем располагаться. Сейчас я вам покажу, где мы сядем. Ляжем, встанем. Ну что, ребят, мы это сделали. В конце концов доехали до пляжа. Вот сзади меня уже Красное море, пляж. Поставили палатки, выгрузили вещи, припарковали мотоциклы. Я умылся просто уже весь соленый в поту после того, как мы ехали столько. Ехали мы сюда, ну, примерно 6 часов. То есть, ну, рассчитывали на 4, но ехали примерно 6. Ну, если честно, ехали мы все 8. То есть час с копейками я ехал от своего города до места встречи. И от места встречи мы ехали часов 7. Так как ехали мы медленно, 80-90. С остановками, с перекурами. Ну и приехали. Все, завтра будем нырять, подснимаю рыбок. То есть я это сделал уже, ребят, третий раз. Первый раз вы можете посмотреть вверху в подсказках видео, когда я ехал сюда на мотоцикле. Второй раз вы его не видели. И, ну, надеюсь, что увидите. Потому что, как я уже говорил, я, блин, вот такое у меня счастье. Все приготовил к записи, перенес на диск, на жесткий, и он у меня упал. И все. И с тех пор он больше не открывается. Так что это третий раз. Еще раз повторюсь, надеюсь, и второй вы увидите. Ну, сейчас я вам покажу палатки. Я надеюсь, что будет видно, потому что не очень светло, так как фонари, ночь. Вот так мы припарковались. А вот это наш лагерь. Вот, видите, три палаточки. А вот это, ребят, Красное море. Я не знаю, насколько вам его видно. Но вот оно, Красное море. Я надеюсь, вы слышите. Если даже не видите, вы слышите, как оно плещется. А вот там вдали за рекой загорались огни. Это, ребята, Иордания. Вот серьезно, не знаю, видно вам меня, не видно. Конечно, не видно.
темнотища. Даже не подумал фонариком морду лица подсветить. Ну, в принципе, все, ребят. Всем спасибо, всем спокойной ночи. Увидимся в следующей части. Ну, короче, сейчас еще посидим, отойдем и будем ложиться спать.